Для продавцов магазина «Рибус» наплыв покупателей – привычное дело, а в период межсезонья желающих обновить гардероб становится куда больше. Благо, есть из чего выбрать. У нас представлено более 50 торговых марок из разных стран. Это Германия, Турция, Испания, Англия, Словения, Россия и другие страны. Наши покупатели сейчас активно интересуются весенне-летней коллекцией 2021 года. В частности, это обувь, особенно кроссовки, различные модные кеды, лоферы, туфли, ботильоны. Из одежды их интересуют костюмы разных видов, футболки, свитшоты, ну и, конечно же, аксессуары. Больше 10 лет работает «Рибус», и хотя большинство полок занимает обувь, разнообразие и других товаров постоянно увеличивается. Я захожу и была приятно удивлена, что появилась в магазине одежда, причем турецкого производителя, которого я очень люблю. Я постоянный покупатель уже очень-очень много лет. Мы вместе с мужем здесь приобретаем обувь. Мне нравится, удобно, чисто, большой выбор. Обуви всегда красивой, качественной. Николай Коваленко работает в ресторане весь день на ногах. Секрет его успеха в качественной и удобной обуви. Именно за ней он и пришел в «Рибус». Все очень удобно, вежливый персонал и качественная вещь. Магазин работает в соответствии с законом, поэтому на все здесь есть гарантия. Хотя, как показывает практика, покупатели возвращаются сюда не сдать старый товар, а купить новый. Признаться честно, в повседневной жизни я спортивную обувь не ношу. Но весна – это пора обновлений и повод попробовать что-то новенькое. Свой выбор я остановил вот на этих замечательных кедах. Пойду мерить. Стильно, модно, молодежно, но самое главное – выгодно. А выгода и немалая складывается из двух составляющих программы лояльности и огромных скидок. Каждый покупатель может оформить для себя карту лояльности. Эта карта лояльности также накопительная. Там накапливаются бонусы, которыми покупатель может оплатить 20% от стоимости товара. У нас также существуют желтые ценники и красные. Там скидки идут 20-50%. То есть можно выбрать себе товар со скидками. Но, наверное, главное, почему постоянные посетители приходят сюда снова и снова, возможность получить грамотную и профессиональную консультацию. Черный цвет входит в пятерку классических цветов в мире, но если мы говорим про цвета, актуальные в этом сезоне, помимо черного, конечно же, это темно-синий и элегантный коричневый, причем коричневый в разном исполнении. Посмотрите, какие оттенки, да, друг на друга не похожие. Если мы говорим про полуботинки мужские, то всегда в тренде, и в этом году тоже остаются броги, вот эти вот элементы, вот эти дырочки, да, актуальные, это метод брогирования. Итак, вот они, составляющие более чем десятилетнего успеха. Выгодные покупки, огромный выбор качественных товаров и профессионализм и внимание продавцов. Убедитесь в этом и вы, придя по адресу Советский проезд 4. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.